Проще простого зарабатывать деньги в интернете. Кэшбэк-сервис AliExpress с реальным кэшбэком от 7 до 15%. Заходи по ссылке в описании и возвращай деньги за покупки. Итак, всем привет, народ! И тут у нас такая новость, появилось новое устройство. Respeaker научит любое устройство понимать человеческую речь. Так гласит у нас заголовок в новостях. Многие производители стремятся внедрить в новые девайсы способность отзываться на голосовые команды человека, отданные на расстоянии. Мы не говорим о виртуальных ассистентах в смартфонах. Сегодня голосовое управление вышло далеко за пределы мобильных устройств и встречается практически повсеместно. В автомобильных системах, беспроводных колонках и бытовой техники. Однако существует огромное количество устройств 2-3-годичной давности, которым, казалось бы, подобная роскошь уже никогда не будет доступна. Тем временем команда Speed Studio представила собственный проект Respeaker, аппаратную платформу для добавления реализации голосового управления в любом устройстве. Respeaker состоит из Wi-Fi модуля MT7688 и высококачественного микрофона для захвата голоса и подавления постороннего шума. Как заявляют разработчики, это крупный шаг в создании любительских голосовых систем для самого широкого применения. Заинтересованность обывателей в подобных разработках видна невооруженным глазом. Всего за несколько дней краудфандинг принес студию в 2.5 раза больше денег, нежели было запланировано к сбору первоначально. Впереди у проекта завершение сбора средств и сертификация своего устройства. Массовое производство и рассылка ранних предзаказов, сделанных через Kickstarter. К слову, оформление заказа все еще доступно на странице проекта, и любой желающий может поддержать Respeaker инвестициями. Ожидаемая розничная стоимость Respeaker 69 баксов. Вот так вот. Понравилось видео? Ставь палец вверх и подписывайся на канал.